Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Рекер, Серега, Фисташка, Димок. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. И девчонки. Сегодня у нас очень классная карта, потому что мы будем играть «Школа Балди». И у нас давно не было рубрики «Дрессированный хэдкраб». Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А Серега решил сегодня побыть хэдкрабом. Та слой, стой, жопа, не мочи. Погнали. Раз такое дело, Серега уже готов нас мочить. Ты что же учитываешь, Серега? У меня есть очень высокий скилл, который я буду использовать как могу. Видишь, ты не можешь меня догнать. Я на тебя наступил. Пацаны, не мешайте, я так проиграю. О, тут уже кишки из жопы. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Давайте сделаем 10 миллионов подписчиков. Я когда говорю это, я очень смешно. Ну уже миллион сделали, че не сделаем 10 миллионов. И всем спасибо, кто ставит лайкосики, потому что ролики в основном смотрят через рекомендованные. Классяк. Рекер, бери хэдкраба. Красава. Серега, че ты такой быстрый? Я за Сереги бегу, а мне не видно. Близко. Я буду ныкаться здесь. Так. Надеюсь, я выиграю каким-то образом. Ага, мечтай. Так, у нас получается уже два хэдкраба бешеных. Угу. Вот жопа. Стоим. Стоим и ждем свою смерть. А, он же так не попадет никак. Надо только открывать двери. Я слышу, тут он за стеной. Уворачиваться можно. Да, легко, кстати, уворачиваться. Он же не может траекторию в воздухе менять. Так, где он? Я его слышу. Аж очково. Подсказку дайте, кабаки вы не чистите. Серега, я сейчас дам подсказку. Слушай внимательно. Слышишь? Кажется, я понял где-то. Кого-то так, внимательно, внимательно. Блин. Привет. Серёжа, прощай. А, блин, два штуки, жопа. Я их как-то так боюсь. Ай, блин, бежи, Димка. Блин, сзади, два штуки. Я ж этот, не знаю, ноги поджимаю. Я так как-то боюсь хэдкрабов, не знаю, у меня страх какой-то вызывает. А! Уйди, уйди! Быстрее беги! Быстрее! А, сзади! Открывайте двери везде в классы, чтобы мы успели забежать. На, убили кого-то! Димончикс. Ну прощай. Фисто, ты следующий на моем очереди. Да блин, ты как-то, Серега, быстро играешь. Мы в тот раз играли, как-то все было тупо. А ты быстрый. Ну я шустрый, я такой. Тихонько сидим. Тихонько. И не стой возле угла. Палишься, тень. Отойди. Да. Отойди от стены вообще. Ты тень делаешь. Все, сидим на корточках. Тихонько. Сидим, выживаем. Ребята, вот это сейчас настоящее выживание. Как ты понимаешь, что жопа? Ну вот жопа будет. Кстати, я не обращу внимания. У меня жизни вроде пополнились или нет? Я слышу, как они крякают. У тебя 35 хп. Да. А у тебя 100. Просто меня не трогали, помахивались. Фисташка, ты что мочишь? Что ты мне сделаешь? Я на стульях. Неудобно. Эй, отвали, я так боюсь. Да пожалуйста, дай прожить. Дай выйду с класса, пожалуйста. Нет, она... Да, пожалуйста, Серега! А, жопа! Прощайте, друзья! Оружия нету, ничего нету, выживаем как можем. Слышь, ты что, конченый? Дай выйти, пожалуйста! А, ура! Ура, я сбежал! Ребята, это очень круто! Ну, блин, я так как-то переживаю. Очень переживаю. Нормально.
Будем сидеть здесь. Отлично, нычка. Ребята, выживаем, как можем. Очень интересно, сколько же я протяну? Они меня не найдут, потому что... Я, короче, вышел с школы. Ищите меня на улице. А, поняла, я тебя поняла. Подсказку вам даю. А я знаю, где он, я просто не могу открыть дверь. В смысле? Блин, такие звуки на карте страшные. Ну. Вот он тут сидит. Так он где? Он информирует, он нас дурачит, ребят. Он где-то тут. В смысле? Я на улице, там где столовка. Ага, я там был. Не-не-не, он врет, он вот тут. Да какой я там нету? Да дайте прожить, пожалуйста. Нету его. Мне нравится. Я же говорю, дурачок. Нет, то, что, не, то, что я на улице, я не обманываю. Просто вы должны меня найти. Я сижу на картофанах. Я не пролезаю, я слишком широкая. Классно, выживалочка у нас получается. Очень стрёмно даже как-то. Они ходят, крякают, чмякают. Нет, а вот вспомни, где тут есть места, где есть улица? А ну-ка, давай, подумай. Ой. Ты, наверное, даже карту ты эту не знаешь. Сидишь, там... Там дверь закрыта, не знаю. Я не знаю, где он сидит. Дошла! Блин, прощайте, друзья! Ну, пожалуйста, дай выжить! Дай выйду, дай выйду! Ну, дай выйду, фистошка! Ну, я тебе хлеба... Нет, нельзя этих монстров брать, давай! Она взяла нечестного челика. Да, в смысле, он не запрещенный, так что... Как это не запрещенный? Дай выйду, пожалуйста! Жопа! Да дайте выйти, блин! Да дай выйти! 25 хп, блин, я так переживаю. Дайте вам дверь. На! Ой, блин, да не звати! А, жопа! А, блин! Ты, вонючая кабака! Блин, я так переживал сильно. Да блин, так нечестно. Вы меня все убили вместе. Стойте, стойте. Этот, а кто еще живой остался? Кого мы не убили? Или всех? Все. Хорошо, давайте теперь я хедкраб один, а вы все выживайте. Попробую я, как оно? Я вам всем помогу, хотите? Не, я завтра не лестить будешь. Что? Ты мстить будешь то, что я тебя убила. Не-не-не-не-не. Я не буду тебе мстить. Я же добрый человек. Хорошо, давайте, начинаем. Серега, ты за какого играл? Быстрого? Да. Фаст, да? Хедкраб? Да. Ну все, раз, два, три, выживалка началась. А вот теперь вы почувствуете, как оно, когда вот-вот и уже вас убьют. Да, кстати, если с прыжками. Так, помог чуваку. Сташка, бегись оттуда, он прям за мной сейчас бежал. Да, я за вами иду всеми. Я хочу вообще-то Серегу убить, конкретно Сережку. Кабаку тебе. Какая кабака? Вот такая. Вся сикая. Так. Надеюсь, что кто-то тут сидит. А! Два хедкраба. Привет. Никого нету тут? Надо класс обыскивать. Ребят, а есть какие-то правила, типа, что... Когда один человек остается, сколько он должен прожить, чтобы выжить? Нет никаких правил, просто должен прожить. А что это предметы зафрижены? Это что тут? Там тоже надо... За виртуальная реальность. Блин, тут столько нычек было, я их не использовал. Можно было нормально пошкериться. Серега, ты где? А я не буду говорить. Ну пожалуйста, скажи хоть что-то. Нет. А я знаю, где Серега. Ну, ты можешь и не говорить, я его и найду тогда сам. Ну, ты его найдешь. Конечно, найду. Я прям все классы обхожу по кругу. Я знаю, что он в классе где-то сидит на нычку. Димас, как ты меня найдешь, я сюрприз, короче. Такой тебе сделаю. Ты не имеешь права. Такое. Это незаконно. Балди бы такое не любит.
каким законом? Димас, это Димас, мне не писаны законы, я папайрус. Ага. Сейчас я тебе дам подсказку, где я. О, вот кто это сейчас за корабль сейчас стоит? Вот в 99-м кабинете стойте. Вот кто сейчас? Я. Тут их дофига. Они тут все 99-е. Да, вот именно. Зайди в обратно и посмотри около пар. Посмотри около пар. Внимательно прям. А вот ты меня видишь за стеклом? Нет, я не вижу ничего. А я тебя вижу. А что у тебя так нечестно? А все честно, это нычка. Сюда сложно залезть. Она что-то долго искала? Да. Давай. Ну так тоже, конечно, молодец. Заныкались все. Ах ты жопа. Я тебя слышу. Да блин, я не попал по нему. А куда он побежал? Ты шо, растворилась? Блин, тяжело воевать. Я думал, Серега, ты будешь мне поддаваться, как я тебе. А ты не хочешь поддаваться. Ты заныкался, да, где-то? Да. Жестко, да, заныкался? Очень. Так я думал, мы будем там бегать, угорать, а ты шо, заныкался? Так, я реально никого... Пойди меня, тебя ждет сюрприз. Мы-то хоть это там убегали, а ты сидишь. Так нельзя, мы же, а как? Я мог тоже оружие использовать. Подарок. Это не подарок, это подпись. Это подарок. Так, подарок. Это по жопе Димасу. Я уже забыл, где я был. Ах ты, блин, наступил на нового хэдкраба. Давай, стадо хэдкраба, выступаем. Отлично, молодец. Нас уже да, трое. Там зажали. Так, бежим. Решила обмануть судьбу? Хорошо. Писа, если меня схаву, заходи это, в одно секретное место. Говорите, и кинь туда гранату просто. Так, ты что решил? 4. Нельзя. Чего? Только я и должен так делать. Я вас поняла. Я вижу фисташку. Выдвинулся за ней. Перед глазами так прыгает. А хэдкраба, давайте сейчас соберемся. Все вместе, я вижу фисташку, она в это, в столовке. Так, ее убили? Извини, всех убили. Да. Обстоятельства. Так, Серега, ты где? Секрет. Ах ты жопный секрет. Мочите его, мочите, блин, да он не гонит. А, меня убили? Мы друг друга убили. Он тебя убил. А как? Мы друг друга убили, мы начали за ним прыгать. Так, подожди, нычка, идем в нычку. Ого, тут монстры бегают. Я же не знаю, где его искать. Я всю карту обошел. Давай подсказку. Я вижу забор. Кого? Забор. Забор? Так, тут тебя нету. Тут тебя нету. Ты врешь. Нет. Тут нету. Так а где тут что, 2 миллиона заборов, что ли? Ну, угадай. Я тоже знаю. Ну иди сюда, жопа! Да блин, я так хотел с этого удара, я тебя ударил, да, на 60 кп? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Если ты сейчас...